Участие в квесте приняли студенты юридического факультета МГУ имени Огарева. Три команды соревновались между собой в наблюдательности, сообразительности и умении работать сообща. Каждой команде предстояло выполнить задание на 5 различных тематических станциях и набрать наибольшее количество баллов. Главная цель предновогоднего квеста – познакомить студентов с особенностями профессии сотрудника МВД и попробовать себя в роли помощников полицейских, призывая горожан быть бдительными и законопослушными. В результате победила дружба. Все три команды набрали равное количество очков. Сотрудники МВД поздравили ребят с победой и наступающим Новым годом, а также отметили, что игра может подтолкнуть участников к выбору будущей профессии.